Синий пояс вырубил этих Ибрагим. 10-15. 20 защита, да. Полное удержание от глава красная. Попала в 12-7, победу одержала спортсменка с красным поясом Калиева Роза Казахстан. According to points, won a fighter with a red belt, Алиева Роза Казахстан. Замена спортсмена приглашается Геннадий Ибрагим, Турция. The head of the competition arena is Bardai Dmitry, Russia. The referee is Baykulov Nurlan, Kyrgyzstan. The side judge is Kalchar Dmitry, Russia. Ввиду снятия врачом бойца Илайки, победа присуждается Мирошниченко Роману, Эстония. Весовой категории 55 килограмм. На ковер приглашается. Команда Анастасия Беларусь. Бузьба Александра Николаевна. На ковер приглашается весовой категории 90 килограмм. Корнеев Денис, Беларусь. Представляющая Юсупов, бойцы родного из Узбекистана, Анастасия, Беларусь. Бойцы синим поясом Гузева Александра, Украина. The fighter with the red belt is Харматова Анастасия, Беларусь. The fighter with the blue belt is Гузева Александра, Украина. Балбачу с красным поясом, первое техническое действие. Боец с красным поясом, Корнеев Денис, Беларусь. Дом с синим поясом, Юсупов. 5 минут на пати без ассоциации. Узбекистан. Готовится Толтоев, Нурустам, Кыргызстан, Копылов, Роман, Россия. Топ. 5 секунд захватит. Балбачу синий пояс. На мой корпус. Балбачу с красным поясом. Балбачу с красным поясом. Балбачу с красным поясом.
Из земли. Четыре один. Бойцу с красным поясом за нарушение правил удар ниже пояса является замечание. Принято же технические действия перед оценкой. Без оценки. Топ. 5 секунд запасов. Балда за синим поясом. Балда чуть красный поясом. Топ.
В этой встрече победу одержал боец с синим поясом Юсупов Рустам, Узбекистан. На ковер будет там смена рефери. Рефери на ковре. Рахманов, Узбекистан. The referee is Zakharchena Sasanov, Belarus. The side. Представляющий боец. The side judge is Kreta Victor, Ukraine. Боец красным поясом Талбаев Нурстан, Кыргызстан. Боец синим поясом Кукулов Роман, Россия. Готовится весовая категория 55 килограмм. Савенко, Белоруссия. Захор и Ордания. На ковер. Приглашаем. Триганова Айдана, Казахстан. Весовая категория 60 килограмм. Приготовить Салян, Украина. Первал синего пола. На ковер бой приглашается. Давай категория 60 килограмм. Салиева Мадина, Узбекистан. Туриханов Мадина, Казахстан. В этой встрече за 39 секунд. We invite to the competition area Salima Madina, Tajikistan, and Turihanova Aydana, Kazakhstan. Представители Республики Таджикистан и Казахстан обеспечить явку участниц. На ковре одна смена бокового судьи. Боковой судья Ильин Алексей, Украина. На ковер приглашается весовая категория 55 килограмм мужчина. Советка Арсен, Беларусь. Закур Алиев, Иордания. Ковер бы, весовая категория 60 килограмм. Приглашаю Салиева Мадина, Таджикистан, Туриханова Айдана, Казахстан. Поединок за третье место. Представитель команды.
обеспечивает явку участников. На ковер А готовится Шиналиев, Берег, Казахстан, Шаматаев, Забег, Кыргызстан. Позвольте 55 килограмм. После веса 55 килограмм готовится вес 600 килограмм. Вторично приглашается Салиева Мадина, Республика Таджикистан, представитель команды обеспечить явку участников. На ковер опор приглашается Закур Алиев, Иордания. Представляющая поездградный поезд Салиева Мадина, Республика Таджикистан. Поездни поездом Туриханова Мадина, Республика Казахстан. The fighter with red belt is Салиева Мадина, Таджикистан. The fighter with blue belt is Турихан Мадина, Казахстан. Без оценки. Палмачу с красным поясом, первое техническое действие. Палмачу с красным поясом. Без оценки. Палмачу с красным поясом. Палмачу с синим поясом. Корява, закидывай. Айдана, корява, одиночник. Не руби, одиночник. Палмачу с красным поясом. Палмачу с синим поясом. Без оценки. Четыре два. Без оценки. Балбачу синий пояс. Ввиду возможности продолжать встречу, победа присуждается бойцам с синим поясом. Победа присуждается бойцам с красным поясом. Политика Стэна. Балбачу синий пояс. Небедина. Рады возможности.
10 секунд. Захватим их ними, не затем. Продолжаем встречу. 4-7. Натяжка, свободы, натяжка. Вот, ушла, ушла. Без оценки. Не рубите, один ваш работает. Балбачев, синий пояс, на мой вопрос. Балбачев, синий пояс. Балбачев, синий пояс. Равные возможности. Равные возможности. Два балла. Снизу подними. И два балла за балл. Балла чуть-чуть не будет. Топ! Участник. Два балла. Матюс красный пояс. Топ. Предыдущая техническая действие. Ногой в корпус, стал бы чуть-чуть поясом. Два балла за ногу. Мальцу синий пояс. Объявляется замечание. Выход за пределы команды. Топ. Красного. Остановить. Участники на Сергея Лукова. В этой встрече чемпионат Казахстана по своим пояса Туриванова Айдана, Республика Казахстан. According to points, with the match, body fighter with the red belt, with the blue belt, Туриванова Айдана, Казахстан. Наконец приглашается Салиан, Татьяна, Украина. Айчус красный пояс, объявляется замечание. Салиан, Анастасия, Молдова. Смена бокового судьи. Бал красного. Приготовить после этой встречи Беньяс.
Приготовите солдату России, Шуманашу и Рустам. Вторично приглашается Ирлан Анастасия Молдова, представитель Республики Молдова, обеспечить явку участницы. Участницы на середине ковра. Ввиду снятия врачом бойца синей пояса Берлянова Анастасии Молдова, победа в этой встрече приближается Соляр Татьяна Республика Украины. On account of Epimetheus' indemnity, by medical men, victory is given to a fighter with a red belt. Боец красных поясов, Симоновский, Беларусь. Боец синих поясов, Аушев, Казахстан. Бойцу с красным поясом объявляется замечание, выход за пределы ковра. Кто приглашает? Алданов, Элиза, Балсиев, Шаманов, Айдар, Эдура, Киргизстан. Приготовить. Бал бойцу с синим поясом. Приготовиться.
В этой встрече за минуту... Николай Владимирович, 70 килограмм приготовил. Ввиду явного преимущества победу держал боец синий пояс. Аушев. Казахстан. Смена бригады судей. Приготовить Тайшманова, Казахстан. Удайбердиева, Кыргызстан. На ковер приглашают. Залегалина Алена, Беларусь, Мухамедьянова, Анжелика, Казахстан. Спасибо, Виталий!
Один попадает за синий пояс. И Кудайбердыева, Крия, Кыргызстан. Участник на середину ковра. Смена рефери. Смена бокового зрения. Судья Кретов Виктор, подойдите к судейскому столику. Продолжение следует...
этом поединке счет встречи 2-2 по первому технику, 3-3 по первому техническому. Первая победа одержала боец красных поясов. Меня сила. Замечание боец красных поясов. Запрещенная техническая действия. Заговор вам приглашается. Макар. Баба Чужгарный поясов. Казахстан готовится. Чита добежали. Удержание 15 секунд, бал бойцу с красным поясом. Минус 10 бригады.
Замечание бойцу с синим поясом, выход за границу ковра. Замечание. 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 Замечание.
нарушение правил балл синий.
На ковре Асфи на судейский пример. Руководитель ковра, Овчинник Алексей, Россия международной категории. Рефери на ковре. Рахматов Патхэль, Узбекистан. Боковой судья. Босок Милош, Чехия, международная категория. The head of the competition is Овчинник Алексей. The referee is Рахмана Бакир. The side judge is Босок Милош. Представляем участников поединка. Боец «Красный пояс» Шемякин Ихкар, Беларусь. Боец «Синий пояс» Беликов Руслан, Украина. Приготовец Седых, Молдова. Представляю участников поединка. Монголия. Ромаза Анастасия. Беларусь, Карасанова Малия, Киргизстан. The fighter with the red belt is Harmanova Anastasia, Belarus. The fighter with the blue belt is Karasarkova Alina, Kyrgyzstan. Prepare Kalina Rosa, Kazakhstan, and Gusima Alexandra, Ukraine. Sorry, предыдущий действие. Активно сильно. Сюда не держать, не считать. Активно страстно. Держали. А где нас сначала удержали? Десять. Не считать. Бал синий. Бал синий бросок. Один балл бойцу синий на задержание. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать два счета. Бал красного. Полное удержание спортсменка синего пояса закладывала. Бал синий. Без акцента.
Пан Красный. Пан Синьков. Пан Красный. Пан Синьков. Удержание уже было. Без оценки. Пан Бал синий, бал красный, равные возможности. Таджикистан. And they come and fight with the red belt.
за поддержание. Пять. 10. 15. Защита наша. Представляем участников поединка. Боец «Красный пояс» Седых Болгова. Боец «Синий пояс» Полное удержание «Красного» Болгова. Монголия. Поедем на ковре. Да, 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 да,
завершаются бойцы весовой категории до 65 килограммов. Мухачев, Казахстан, Мунибеков, Асимбек, Таджикистан. Готовятся. Врач! Врач! The head of the competition area is Sakratov Alexei. The referee is Malia Zimir. The side judge is Askov Vladimir. At the target, a fighter with a red belt, Gashov Ulan, Kazakhstan. A fighter with a blue belt, Bonyambek Asimbek, Tajikistan. Yeah.
Первое предупреждение красного ковра полси. Второе предупреждение красной, два балла синий за выходом с бал красной. Замечание спортсменки с синим поясом за нарушение правил. 30 секунд до конца боя. Равные возможности. Победу нокаутом одержала спортсменка.
красных раз. Пояса Васильева Олеся, Украина. Приглашается Тайшиманова Мамли, Казахстан, Вторая Елена, Россия. Смена рефери. Смена судейской бригады. Есть. Жизнь забери.
Подоспевательный пояс, замечание. Защита номер.
Считать полевой. 5 10 15. Время полевой. Давай,
синему. Красный пояс.
Представляю участие. Боец красного пояса Кусин Регина, Россия. Боец синего пояса Халинова, Шахриза Киргизстана. The fighter with the red belt is Мусин Регина, Russia. The fighter with the blue belt is Халинова Шахриза Киргизстан. Боец с красным поясом объявляется замечание за нарушение правил. Баба Джуска разнобоится первое техническое действие. Yeah.
Попал бойцу с красным поясом. Стоп! Стоп!
Стоп! Стоп! Шахид Малик, Раша, Армада
Он бойцует синий пояс, он побежал на синий. Десять, остановить встречу. Удержание 10 секунд. Один балл бойцов синего пояса. В этом поединке за 4 минуты 2 секунды ввиду явного преимущества победу одержал боец с синим поясом Росария Джулия Ангел, США. Представляю часть. Боец красного пояса Бузева Александра, Украина. Боец синего пояса Карасантова Алина, Киргизстан. Приготовиться к шахиду Армазаев. Удержание красное. Нет удержания.
Полевые герои. 5 секунд. Запад не эффективен. Нет. Предыдущее техническое действие по удержанию на 2 балла. Начало удержания. Активность бойцов с красным поясом. 0-3. Без оценки. Бабачок синий пояс. Стоп. Первое предупреждение бойцов с синим поясом. Замечательно, бойцов с красным поясом. Выход за кадром. Бойцов с красным поясом. Продолжаем встречу. Бабочек сегодня поясом рукой стоп. Второе предупреждение бойцу с синим поясом. Выход за кадром. Два балла бойцу с красным поясом. Без оценки. Продолжаем встречу. 0-5. Стоп, остановись. Балла чуть синим поясом. Бразов балла чуть синим поясом. Третье предупреждение. С синим поясом. Выход за линию сектора. Дисквалификация. Считай. Захват неэффективен. 0-7. В этом поединке победу одержал боец с красным поясом Турдахтур Монголия. Тамбовский, Белоруссия. Представляю участников поединка. Боец с красным поясом, Саметаев Аубек, Казахстан. Боец с синим поясом, Рахматов Бабу, Узбекистан. Стоп. Замечание бойцов синий поезд за нарушение правил. Продолжаем встречу. Без оценки. Балбачок синий поезд. Балбачок красный поезд. Стоп. Замечание бойцов с красным поясом. Спасибо, Евгений Пойдет. Поехали. Замечание. Первое выступление бойцов с красным поясом. Выход за ковер. Балбачок с синим поясом. 1-10. Стоп. 2 балла за бойцов с синим поясом. Остановите встречу. Победу одержала боец с синим поясом Карасатова Алина Кубецкана. На таком приглашается Шахита Рубина, Россия, Формоза, Анастасия и Беларусь. Удержание засчитано.
Стоп. Приготовьте каравай Елена Россия. Полное значение помогало бойцу 17 пояса. Бойцы разных поясов. Россия. Бойцы не поясов. Бормоза Анастасия Белорусь. Это как? Это файтер with the red belt. Это файтер with the blue belt. Бормоза Анастасия Белорусь. Стоп. Замечание бойцу синим поясом. Нарушение. Нет, стоп, стоп. Первое предупреждение бойцу синим поясом. Предупреждение техническое действие. Бойцу красным поясом. Первое техническое действие. Замечание бойцу синим поясом за нарушение правил. Один балл бойцу синим поясом. Счет, счет. Балл бойцу с красным поясом. Активность бойцов синих поясов.
В этом поединке, ввиду снятия нашего бойца с красным поясом, победа присуждается бойцу с синим поясом, Биткову, Болгария. Приготовиться. Басанев, Монголия, Вербицкий, Латвия. Мы инвайте на победящий день Басанов, Монголия, Вербицкий, Латвия. Далее готовится весовая категория до 80 килограммов. Батхунки, Монголия, Усукай, Россия. На ковера приглашается. Басанджар, Монголия, Вербицкий, Латвия. Представляем участников поединка. Боец с красным поясом. Басанджар, Монголия. Боец с синим поясом. Вербицкий, Латвия. And the combat fighter with the red
Lasanchev, Mongolia. A fight with the blue belts, Dyrbinsky, Latvia. Выход за пределы КВА. Бойца с красным поясом объявляется замечание. Активность красного. Бойцу синий пояс.
Объявляется замечание за нарушение правил. Thank you.
Вам хочу синий пояс. Ball синий.
Ball senior. Готовится пол. Молдова.
Татарков, Болгария. We invite the competition earlier. Kupilov Roman, Russia, and Stingo Pavel, Ukraine. Prepared, Paul Sokolovia, Mongolia, and Todorov Kukamir, Bulgaria. Представляем участников поединка. Красный пояс. Копылов Роман, Россия. Синий пояс. Смирнов Павел, Украина. Продолжаем.
Павел, боец Красной Площади. Середина, Белоцентр, Узбекистан. Стоп!
В данном поединке попала 8-2, одержала победу Капалорна Россия. На ковер Б приглашается Болт Сетбай, Молдова, синий пояс Тодоров, Тихомир, Болгария. Прошу прощения, Монголия. Готовится Шрам Амар Иордания, Заурс Игорс Латвия. We invite the competition area Bolt Sorbaya, Magnolia and Todorov Tihomir, Bulgaria. Prepare Shalom Amar Jordan and Zawars Igor Latvia. Представляю участников поединка. Красный пояс, Болт. Так и два. Монголия, синий пояс, Тодоров, Тихомир, Болгария. And the carpet, the fighter with the red belt, Bolt Sorbaya, Mongolia. A fighter with the blue belt, Тодоров, Тихомир, Болгария. Просьба представителям заполнить анкеты финалистов среди женщин. Весовые категории до 45, 70, 75, свыше 75 килограммов. Ковер А. Ребята,
Приготовиться женщинам из одной категории до 45 килограммов. Повторяю, приготовиться женщинам в финальном поединке в категории до 45 килограммов. Пол синий. Победа присуждается спортсмену с красным поясом. Болт Сагитбаев, Монголия.